Сегодня Верховный суд Республики рассмотрел апелляцию по громкому делу о пытках в отделе полиции Юдина. Напомним, в 2012 году в участок был доставлен заместитель директора железнодорожного техникума Павел Дроздов. Мужчина был нетрезв. По материалам дела полицейские связали его, заломив руки так, что получилась так называемая поза ласточки. Спустя несколько часов мужчина скончался. В преступлении обвинялись четверо бывших полицейских. Два месяца назад Кировский районный суд приговорил их к условному заключению. Не согласен я с решением суда, так как насилие групповое было со смертельным исходом. Вот, все-таки и мать не вытерпела всего этого, скончалась преждевременно. И дети остались без отца, и внуки остались без деда. Анатолий Федорович, отец погибшего Павла Дроздова, уверен, что его сын ушел из жизни в результате пытки. Вот уже шестой год пенсионер пишет письма в ведомство и посещает практически все судебные процессы. Чувство несправедливости не оставляет мужчину. Приговор Кировского суда не являлся справедливым в связи с его мягкостью. Мы считаем, что за тяжкое преступление должностное лицо должностные лица должны были получить реальный срок, что являлось не только наказанием для этих четверых сотрудников полиции, но и профилактической мерой для других, для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию с применением пыток в России. ЧП произошло 5 лет назад. Тогда 45-летнего Павла Дроздова доставили в отдел полиции Юдина. Мужчина был нетрезв. Полицейские связали его, заломив руки в так называемую позу ласточки. Спустя несколько часов он скончался. В ходе расследования прямой связи между смертью задержанного и действиями правоохранителей Следственный комитет не нашел. Я раскаиваюсь в том, что было совершено. Прошу прощения. Согласно суду Кировского района, наказание, полагаю, справедливое. Два месяца назад Кировский районный суд приговорил 4 бывших полицейских на сроки от 3 до 4 лет. Лишение свободы условно. Сегодня Верховный суд рассматривал апелляционную жалобу потерпевшей стороны. Несмотря на все доводы правозащитников, Верховный суд Республики отказал в апелляционной жалобе на решение Кировского районного суда. Таким образом, все 4 бывших полицейских останутся на свободе. Сейчас потерпевшая сторона готовит иск на возмещение морального вреда. Выяснились подробности погони с перестрелкой, которая произошла несколько дней назад на улице Залесной. Тогда сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по задержанию рэкетира из Саратова. В момент задержания подозреваемый попытался скрыться, сбив одного из полицейских. Более того, открыл по сотрудникам огонь. На этих кадрах мы видим момент передачи нескольких миллионов рублей. По оперативным данным, приехавший из Саратова 35-летний мужчина в течение года вымогал у казанского бизнесмена деньги. Получив за это время более 20 миллионов, он не успокоился и потребовал еще. Угрожая применить насилие не только к ним, но и к родственникам, которых грозились убить, похитить или инфицировать СПИДом. Боясь за жизнь родных в течение 2017 года, предприниматели передали вымогателям в общей сложности 20,5 миллионов рублей. В день передачи денег подозреваемый в вымогательстве приехал на место встречи вместе со своим 24-летним подельником. Когда молодого человека задержали, саратовец попытался скрыться. Во время погони он начал отстреливаться. Он начал движение, зацепив сотрудника СОБР и протащив его за собой порядка 50 метров. Сотрудник Росгвардии применил табельное оружие, сделав 2 предупредительных выстрела. Когда это не остановило нарушителя, еще одним выстрелом сотрудник СОБР ранил его. Несмотря на это, злоумышленник смог уехать с места происшествия. Тем не менее, в ходе преследования автомобиль был заблокирован на площадке торгового центра, расположенного на улице Залесная, а сам он задержан, после чего госпитализирован в одну из городских больниц. Полицейские выяснили, что рэкетир раньше уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и вымогательство. Сейчас оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе. Скандал едва не закончился дракой между участниками аварии и очевидцами. На улице Мира столкнулись 3 автомобиля. В момент удара видели десятки очевидцев, причем их мнение не совпадало с мнением непосредственных участников.
Как тогда в бочину-то ударил ты ее? Пожилая женщина обвинила в случившемся водителя автомобиля «Ларгус», ведь ДТП произошло на ее глазах на расстоянии вытянутой руки. Шоки были, когда случился удар. Ворот даже не включен. Громко так было, что ли? А как? А как вы думаете, так тихо? Вот так стояли и с ума сходили, а потом уж подошли, да? Когда страсти немного поутихли, и очевидцы, и участники рассказали, кто, откуда и куда ехал. Мнения сошлись только в направлении. И автоледи за рулем китайского автомобиля, и молодой человек, управлявший «Ларгусом», ехали по улице Мира со стороны поселка Нагорный. На перекрестке с улицы Парковой отечественная протаранила китайскую машину. И по касательной задела бампер другой иномарки, которая выезжала со второстепенной дороги. По правой полосе. Она по левой крайне ехала, поворачивала направо. И вот я так втиснулся в ней, хотел уйти еще, думаю, она без поворотника начала поворачивать. Я ехала по правой, я заворачивала, я обогнула просто дом, он просто себя оправдывает, нашел оправдание. Они со второго ряда начали сюда поворачивать, без поворотника, без всего, поэтому нам пришлось сюда улететь-то, чтобы в нее все равно получилось врезаться. Ни поворотников, ничего, она просто начала поворачивать. А мы прямо ехали. Траекторию движения будет установить несложно. На этом перекрестке есть видеокамеры. После удара «Ларгус» взлетел на тротуар и едва не протаранил еще несколько припаркованных машин. По всей видимости, скорость отечественной была немаленькой. Это подтвердили очевидцы, которые захотели остаться неизвестными. Они обвинили водителя «Ларгуса» в превышении скоростного режима и в опасном вождении. Я ехал за ним с самого Нагорного. Он ехал очень опасно. Резко перестраивался, то вправо, то влево, моргал впереди едущим в левом ряду и после строительного выехал навстречу, чтобы обогнать левый ряд. Ага. Как он ехал до этого, я не видел. Прошло 10 секунд, и я увидел это ДТП. Я думаю, последствия понятны его вождения, и это никак не связано с тем, как здесь девушка ехала. Несмотря на силу ударов, ДТП никто не пострадал, а вот две из трех машин получили серьезные повреждения. Отечественный понадобился эвакуатор. На улице Чистопольской водитель малолитражки совершил вынужденную остановку. При заезде на мост машина заглохла. Водитель выставил дорожный знак и ждал эвакуатор. В этот момент сзади в малолитражку врезалась иномарка. От удара АКУ развернуло. Люди в аварии не пострадали. Водитель «Рено» признал свою вину. Говорит, издалека не заметил аварийный знак. А после не смог вовремя затормозить на заснеженной дороге. Пытался избежать столкновения и оказался зажатым между двух машин. Сегодня днем на пересечении улиц Тецовской и Копылова в аварии поучаствовали три машины. По словам водителя «Хёнды», он ехал на зеленый сигнал. Светофор начал моргать, машины остановились. А владелец корейского автомобиля не успел вовремя среагировать. И, пытаясь избежать столкновения с «Субару», вырулил вправо. В результате маневра оказался зажат между двух иномарок. Степень вины водителя устанавливается. На улице Попова едва не пострадал водитель иномарки, который выехал на трамвайные пути. По словам вагоновожатого, он не раз просигналил молодому человеку, управлявшему автомобилем «Рено», но водитель иномарки не обратил на это внимания. Сигнал, да, конечно, прям звонил, все. Как положено, звонил. У вас был зеленый? Да, зеленый, чисто зеленый был сигнал. Остановить многотонный электротранспорт в считанные секунды невозможно, говорит вагоновожатый. Увидев впереди иномарку, на путях водитель трамвая испугался. Судя по повреждениям, удар был серьезный, но, к счастью, никто не пострадал. Я вот за него только испугался, переживал. Быстрее вышел, смотрю, вроде нормально, целый. Действительно, водитель автомобиля «Рено» не пострадал. В машине он находился с девушкой. Она тоже смогла выбраться из разбитой машины самостоятельно. После мужчина рассказал, почему произошло ДТП. Получается, нарушил я просто. Я невнимательно не посмотрел, не обернулся и просто не учел возможность того, что трамвай мог приближаться ко мне и, соответственно, не пропустил трамвай. В результате этой аварии образовалась дорожная пробка. Штраф за простой электротранспорт придется заплатить виновнику ДТП, то есть водителю иномарки. Разыскивается без вести пропавший житель поселка Васильево Рылов Александр Андреевич, 1948 года рождения. 15 января 2018 года мужчина вышел из дома, и по настоящее время о месте его нахождения ничего не известно. Страдает потерей памяти. Последний раз его видели 16 января возле железнодорожной станции Юдина. Приметы. Рост 1,75 м, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза светлые. Был одет в черную зимнюю куртку и светлые брюки, на ногах черные сапоги, на голове темная вязаная шапка. Особые приметы. Отсутствует большая часть зубов. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанным номерам.